Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alice Kinder Toys. Сегодня у нас классный Kinder Surprise Mix. Откроем 12 разных серий. Леди Баг и Супер Кот, Кунг Фу Панда 3, Барби, My Little Pony, Мстители Марвел, Angry Birds и другие. Будет интересно. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали. Начнем с My Little Pony и другие игрушки 2015 года. Попалась игрушка из серии My Little Pony, только вот это, к сожалению, дополнительное украшение к основной серии фигурок. Резиновый браслет с очень удобной застежкой и дополнительными плюшками. На одной плюшке в виде облачка изображены различные поняшки, а на другой в виде сердечка, Pinkie Pie, картинки сделаны в виде наклеек. Из 2015-го перенесемся в наше время. Новая коллекция «Пасхальные киндеры». Всего в этой серии 12 игрушек. Радостная пчелка с элементами киберпанка. Очки защитные, шлем с антеннами. Она выискивает пасхальные яйца, самонаводящаяся. Держится крепко за какое-то устройство, чтобы при помощи него подцеплять эти корзинки, которые кто-то нечаянно оставил в лесу. Пчелу, кстати, транспортировать надо за облачко. Подцепляем, поехали искать, где корзинки прячутся. Корзинки присутствуют в комплекте. В виде картонки пчела видит это дело, подлетает, подцепляет и уносит. Еще в комплекте есть наклейка для крылышек. Барби и другие игрушки из 2017 года. Шоколад весь рассыпался в труху. И снова какое-то украшение. Это сборка. Пластиковая заколка в виде сиреневой бабочки. Все покрыто блестками. Лапы у бабочки загребущие. С резинкой, чтобы лучше цепляли. Украшения, кстати, отлично подходят друг другу по цвету. Маша и Медведь и другие игрушки 2015 года. Что-то на серийные игрушки мне сегодня не везет. Одна сборка попадается. Машинки Спринти. Прикольная тачка с очень агрессивным дизайном. По-любому гоняет шустро. Колесики машинки крутятся. Но у этой тачки есть секрет. Она открывается, а внутри машинки самолет. Это специальная шпионская разработка. На такой машинке новый Джеймс Бонд катается. Когда надо, сел в самолет и улетел. Удобно. Кто-то ее маленько заносит. Animal Planet 2015 года. Судя по отверстиям, кто-то это яйцо уже покушал. И опять сборка. Игрушки попрыгушки. Кенгуру с кенгуренышем в сумке. Занимаются они тем, чем им полагается. Прыгают. А с этой стороны как-то жутко выглядит. А давайте попробуем попрыгать. Все, что нужно, оттянуть их за уши. И они поскачут. Даже пчелке немного досталось.
Kung Fu Panda 3 2015 года. Ну, здесь точно будет серийная игрушка. Всего в этой коллекции было 9 персонажей Kung Fu Panda 3. Не самый популярный персонаж из этого мультика – господин Пинг, приемный отец Панды По. У него своя лапшичная, кормит всех жителей города. В каждой лапе держит по подносу, а подставка у него неустойчивая. Идет, качаясь, не уронить бы то, что на подносе. Различные вкусняшки. Лапшичка, пельмешки, кто-то уже почти все съел. Нужно поставить фигурку и накладывать блюдо на подносы. И чтобы он устоял, не упал. Также в комплекте идет наклейка в виде чашки с рисом. Клеится на фартук. Леди Баг и Супер Кот 2022 года. Сколько игрушек в коллекции, по вкладышу мы с вами не узнаем. Но, по-моему, было 8. Черный кот сидит на жердочке, прям как попугай. Вполне возможно, на этой жердочке попугай сидел. Но потом подкрался котяра и съел его. И теперь сидит довольный, переваривает. Но это все мои фантазии. Взгляд-то у него суровый, только посмотрите, как зыркает. Уши черные торчат. Вообще почти весь черный. Кроме волос. Волосы-то его выдадут по-любому. И все узнают, кто на самом деле скрывается под маской суперкота. А вообще, судя по подставке, это какая-то крыша. Кот залез на крышу и рассматривает окрестности. Он еще и крутиться может. Angry Birds в кино 2016 года. Всего в этой серии было 8 фигурок. Черная серьезная птичка, судя по хохолку в виде фитилька, это бомб. И она решила поиграть со свинками в боулинг. Шарик взяла, вот и отверстие для пальцев. Правда, какой-то пустоватый, но ничего. Сам бомб сойдет за шар, еще как. В комплекте имеется специальное приспособление для ускорения. А вот и свинки в виде кегаль. За каждую свинку дают очки 15, 30, 20. Ну что, бомбанем? Главное посильнее размахнуться. К сожалению, одна кегля устояла. Надо добить. Добил, но не того. Господину Пину досталось. Все кегли выбиты. На Тунс. 2019 года. Ух ты! Какой-то прикольный зверь попался. Это что за странная компашка? Две панды и две коалы. Вот только панда попался мне один, без другана. Посмотри, какие у него лапы длинные. Такими лапами точно удобно по деревьям лазить. Панда забавный. Особенно глазки у него смешные. А лазит он не просто по деревьям, а можно сказать даже по лианам. Вот такая вот штуковина. Сюда его запихиваем. И он типа на ней висит, но неустойчиво. Я, кстати, такую игрушку первый раз встречаю. Раньше она мне не попадалась. Следующий на очереди «Мстители Марвел» 2021 года. Всего в этой коллекции было 8 супергероев. Наташа Романова, она же «Черная вдова»,
бежит куда-то вверх по лестнице. В каждой руке у него по мощной дубинке. Кому-то сегодня не поздоровится. Дурь из всех выбьет. Сделана фигурка неплохо. Супергерои тут похожи на мультяшных. Принцесса Дисней, пушистые истории и другие игрушки. 2015 года. И снова попадается основная серия, но здесь, к сожалению, бижутерия. А так бы можно найти было неплохую принцессу или ее питомца. Был у нас уже браслетик, крабик, а теперь вот такая заколочка в виде цветочка. Цветочек тканевый. На нем изображена Золушка с питомцем, Ариэль и Аврора. А сверху бабочка. Ну такое себе. Может быть, последний киндер-сюрприз нас порадует. Ведь это новогодняя коллекция. Его еще и на елку можно повесить. Есть специальное отверстие. А года он 2018-го. Ну давай, Волк, не подведи. Помимо фигурок в этой коллекции попадались шарики. Я надеюсь, что мне попалась фигурка. Девочка-ангелочек с длиннющими волосами, прям как у Рапунцель, и по цвету подходит. Одета в ночнушку со звездочками. А за спиной у нее два ангельских крылышка, прозрачных. Фигурка сделана классно. А руки-то у нее какие длиннющие, не хуже, чем у панды. В этих руках она держит кусочек большого браслета. Если собрать все фигурки, у вас будет один большой браслет. И самое прикольное, что он может светиться в темноте. Также в комплекте есть веревочка. Ведь коллекция рождественская, каждую игрушку можно повесить на новогоднюю елку. Вот такие классные и не очень игрушки мне попались из киндер-сюрпризов разных лет. Больше всего мне понравились рукастая панда, черный суперкот и гусь из лапшичной. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку. Сегодня всего лишь с одним киндером. Все остальные просрочены.